Добрый день, уважаемые любители спиннинговой ловли. Сегодня 6 апреля 2019 года. Вот, весна пришла и в наш Приморский край. Зимы-то и не было у нас, ни снега, ничего. Так вот немножко посыпало за всю зиму. Вот, но я сегодня выбрался на речку по такому поводу. Значит, пришли мне воблерочки новые от компании «Серебряный ручей». Вот, я их сегодня хочу просто потестить. Посмотрите, как они в воде играют. Вот, воблерки новые. У меня таких не было никогда. Ну, мне, конечно, интересно попробовать, как они будут вести себя в воде. Вот, палочка у меня будет тоже от компании «Серебряный ручей», «Тайфун», юбилейная серия, 20 лет. Тестом 2.14 и ростом 2.13. Вот, попробую я сегодня с этой палочкой маленечко поиграться воблерочками новенькими. Вот, ну, такая у нас природа приморская. Красота, речка встала уже, вернее, открылась, скрылась. Вот уже рыбак, спиннингист, и дать ищет леночков, тайменей. Вот. Вот такая речка, большая усурка. Погода хорошая, день солнечный, ветерок, конечно, присутствует такой свеженький, но речка, вода холодная на речке, лед еще. Вот, ну ничего, немножечко можно будет поиграться воблерочками, доехать до дома. Вот пока вот у меня такие планы на сегодня. Так, ну вот я спустился к речушке, вот на бережок. Вот первым пойдет у меня в бой воблерочек вот под названием Тюлька. Вот такой я их в трех цветах выписал на пробу. Мы попробуем, покидаем. Значит, палочка, я говорил уже, Тайфун юбилейный, 20 лет. Вот, серии Тайфун. Тест 2.14, палочка. Попробуем, как Тюлечка будет в воде себя вести. Вот у меня. Ой, шикарно вообще, ребята. Вообще шикарно. С поводочком, с таким вот маленьким специально, блин. У меня под эти, под ультралайтовые приманочки. Такие подки небольшие. Вот, попробуем. Как она будет кидаться, летаться. Ой, шикардос вообще. Ой, шикарно. Шикарно летает. Шикарно. Как раз для моих небольших мест, где участки воды небольшие. Играю прекрасненько. Малечек. Малек. Как малек он идет. Вот здесь течка, конечно. Речка горная. Вот, ну, буду использовать травяночек ловить на заливах, на проточках. Да, плюс по осени можно будет и леночка поискать. По осени можно будет леночка поискать. Ну ничего, нормально. Так, этот воблерок, значит, не все понятно. Это рабочий воблер. Конечно, все это есть, материал весь в фильмах Юрия Заславского. Вот он там все показывал, как они работают, как на них он даже и рыбку ловил хорошую, там щучки. Вот. Ну, саму даже интересно все это поиспытывать. Вот ведешь, дерг, красота. Спиннежок загружается. Нормально. И равномерочка такая, довольно-таки это неплохая. Текуху держит. Вот ведешь, раз, пауза. Ведешь, пауза, дерг, повел. Дерг, повел. Так, ну отлично. Мне пока понравился. Вот посмотрим, как он будет уже с нашими хищниками. Вот оно, тюлечка 3 и 1 грамма, ну 3 грамма практически. Вот палочка 2.14, ну прекрасно. Одной рукой забросик, все, воблерочек ушел метров на 25, отлично. А больше не надо, чтобы контролировать приманочку. Воблер маленький, отлично. Шнурок стоит у меня 0.8, в принципе, если поставить 0.6, то вообще будет песня. Шнурочек 0.8 стоит. Отлично, все, поменяю я его сейчас. Поставлю, знаете, какой воблер? Академик. Такой цвет гальянчика. Вот попробую я поставить воблерок Академик. Тоже интересный. Интересный воблерочек.
Так. Крючки, конечно, чё-чё, отдать нужно должное, очень острые. Крючочки очень острые. Так, ну что, ребята, вот воблер академик, 4,8 грамма, вот такой вот цвет под гальянчика, прям реальный гальянчик. Вот у нас здесь много его, гальяны озерные, гальяны речные. Вот, попробую его. Ой, песня, блин, как он играет, а? Как он играет? Суспендер четкий, прям с поводочком. Суспендер висит, висит, висит. Ох, мордочка вниз чуть-чуть. Ну, этот летает уже, конечно, вроде на граммулечку, на полтора грамма побольше веса, а летит уже по-другому. Конечно, это разница ощущимая. Так, ну хорошо, хорошо. Мужики, все хорошо. Пока я не разочарован. Теперь остается ждать скрытия речушек небольших и на поиски. И на поиски рыбы. Ой, как он играет, ребята, как он играет хорошо. Как он отлично играет, а? Как он отлично играет-то. Летит песня. Ой, е-мое, какая радость, а. Выходной, на речке никого. Вот один рыбачок знакомый здесь. Тоже таймени приехал поискать, Константин. А так никого. Цапли прилетели, утки прилетели. Все, сезон начинается. Сезон начинается. Открытые воды, 2019. Ну чё, академик, классный воблерочек. Как играет? Вообще не знаю я, не знаю. Кайф. Не знаю, как выразить свои чувства и свои эмоции. Кайф. Одним словом, кайф. Ничего не скрябает, ни дно, ничего. Но глубина, конечно, большая здесь. Вот, но для неглубоких заливчиков, затончиков, проточек, где я люблю рыбачить, самый девки огурец. Самое то. Самое то. Красота. Самое то. Шикарно, 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 как он называется. Ну все, ладненько. Академиком я очень доволен. Очень доволен я академиком. Это уже радует, что все пришлось мне по вкусу. Чуечка подсказывает, что выборок будет зачетный. Ну, в прошлом году я попробовал, тут к осени выписал, да? Вот такие вот. Вот они кучкой. Вот Ривер Про. Лишние профессионалы. Вот, обловленный вот этот чебаком под Яски Амурские, значит, ловил, даже поводочку достался. Вот, тоже хорошие воблерки очень. Ну и выписывал вот два хорюшка пришло. Тоже осенью. Это же, господи, так господи. Это же, господи, не отсыпается никак. Крючки супер острые. Крючочки просто очень острые. Вот, два хорюшка пришло. Вот в этом цвете хариус отработал на 5 баллов. То есть среди вот ровей в щучке 2-2,5 плюс. Вот палочка отрабатывала шикарно, то есть нагрузилась. Все, и не проваливается. Не знаю, я парковал их вообще без проблем. Плохо то, что у меня ребенок полазил по ноутбуку, и файлики мои с этих рыбалок удалились. Куда-то исчезли они. Восстанавливать я файлинг не умею, пробовал, ничего не получилось у меня. Вот он уже и зубами погрызенный, щучьими. Вот это хариус. Вот сейчас попробую я воблер плотва. Тоже выписал три плотвушки. Ну-ка я поставлю арбузницы, мне интересно, как он будет смотреться в нашей воде. Так, вот он, так называемый арбуз. О, такой вот арбузик. Плотва, плотва. Тоже форма такая зачетная.
Тоже по заливчикам, по затончикам, по заливным озеркам. Травяночек. Да, может быть, и не только травяночек. Может быть, и другие будут щучки хорошенькие ловиться. Ух. Так, попробуем. И подача заброшен. Интересно. Опа, интересно. Напарник мой по рыбалкам Михалыч говорил, что это не отклоняется. Отклоняется шикарно вообще. Отклоняется шикарно. Лерочек. Игра. Ну, смотря как проводить. Я люблю такую, скажем, довольно-таки агрессивную проводку. Прекрасно играет. Господи, боже мой. Фарт. Это фарт. Это фарт. Отлично играет. Отлично играет. Значит, с поводком с моим арбузик получается такой медленно тонущий. Медленно тонущий. Ну, без поводка будет, по-моему, зачетный суспендер. Вот, так, 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 так. Ну, где-то там. Так, о, хе-хе. Красота. Ребята, красота. Шикарно играет. Какие он пируэты выписывает. Да ну. Пируэты просто шикарные. Как бабочка порхает. Ёлки-палки. Как бабочка порхает. Ты смотри, что творится. А. Ты смотри, что творится. Так, ладно. Все, все, все. Ну, сегодня такой у меня экспресс-тест. Новинок моих. Чистый экспрессик. Без заморочек на то, что я что-то поймаю. Вот, мне просто интересно, водичка открытая есть, покидать новые приманочки. Так, все, плотва зачет. Плотва, тюлька. Так, что еще? Академик, зачет. Сейчас поставлю импульс. Сейчас поставлю импульс. Были у меня смитовские такие джибы. Вот. Да и есть они у меня. Коробочки другой лежат. Сейчас попробуем мы и импульс. Форма такая. Нравится мне. Такой бананчик. Такой бананчик. И импульс попробуем тоже так вот для мелечков. Для затишочков. Посмотрим, как импульс будет отзываться на мои проводки. Ой, ребята, песня. Песня. Ну, это чисто эфочка такая. Эфочка довольно-таки серьезная. Плавающий блерок. Вот поводочком даже, и то он поднимается наверх. То есть, ну, тут про полетные характеристики я не говорю. Шнурок тоненький, спинежок кидабельный. Поэтому без напряга, просто даже без всяких усилий. Послал он, полетел. Так, ну, отлично играет. Вот, не знаю, не видно, конечно, снять бы камеры другой. О, какая игра. Господи, ты боже, ты мой, а. Здорово. Игра отличная вовера. Опа. Игра отличная вовера. И равномерочка. Линейная, так сказать. Проводка. Хе-хе-хе. Ну, что, не знаю, мужики. За такие деньги, такие воблеры, я не знаю. Воблеры с такой игрой, с таким качеством, за такие деньги. Конечно, импульс вообще 280 рублей. Не знаю. В наше время. Не знаю. Такие денежки. Господи, боже мой. Так, ну еще, знаете, что я купил? Я купил волкер. Ох ты ж, блин. Господи, по камням, как я тайфунчиком. Купил я волкер вот такой вот. Тоже от серебряного ручья. Попробуем. Конечно, тоже вес не для этой палочки. Дельтушка у меня есть под такие приманочки. Ну, просто интересно, как он будет проходить. Сейчас я вдоль берега, где потише, заброшу. Так. Ну-ка, как он там? Ой-ой-ой-ой. Отлично, отлично. Господи. Есть у меня мегабасовские волкеры. Прекрасно рисуют. Елочка. Ой, не волкер, а чудо. Не воблер, а чудо. Да, и такой встает раз.
Все, мордочка кверху. Вот сегодня я выехал. Вот сегодня у меня радости. Настроение хорошее, конечно. С такими делами. Класс. Все, зачет. Зачет. Сейчас еще саламандр кидану. Смотри, саламандр, конечно, палочка не для саламандры. Ты смотри, как Волкер пляшет. Как он пляшет, мужики. Чудо. Как он пляшет. Как он рисует. Как он пишет. Как он пишет. Смотрите, с палочкой-то, елки-палки, до 14 грамм. А в люрок, по-моему, этот, сейчас погляжу, вроде тоже 14 грамм весит, или 16. Саламандра 16. Так, сколько он весит? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. А тут нету, да? На спинке ничего не написано. Так, ну еще разочек. То есть вот. Опа. Сорвался с пальца у меня шнурок. Еще разочек. Раз. Да не. Загрузился бланк и все. Никакого перегруза. Загрузился, никакого перегруза. Вот даже вот видно по кончикам. Не перегружается, дергаешь его. Отлично. Отлично. Сейчас саламандра попробую. Такой вообще, конечно, аппетитный воблерочек саламандрочка. Не знаю, мой любимый типаж. Болесонгоподобные. Вот, ну что, Волкеру пятак, зачет. Все, мужики. Мужики, со следующего пополнения своей рыбацкой казны я, наверное, еще кое-что подзакажу. Вот так, ну и вот такой вот красавец. Саламандра 16 грамм. Вот, 115 у него рост. Попробуй его. Попробуй его, сейчас посмотрим, как палочка справится с таким довольно-таки крупным вобером. Все-таки это вобер довольно-таки крупный, я считаю. Погремушечки гремят. Так, ну, что он? Нормально все с бланком. Так, поглядим. Одной рукой. Да, ну тут же, конечно, перегруз я ощущаю. Перегруз я ощущаю. Сейчас посмотрю, как он играет. Вблизи, чтобы видно было, вода чистая, пока еще не замутненная. С точными водами весенними. Так, ну, где-то там. Как-то отзывайся. Ой-ой-ой-ой-ой. Ребята, ребята, красота. И бачочки показывает. И бачочки показывает. И играет. Нормально, все. Ну, конечно, не, палочка не для него. Палочка не для него. Все, вот у меня уже отработался стереотип, скажем так. Все, воблерочки такие вот. До хрюшка. До хрюзочка. Нормальные воблера. Тюлька, хрюзок. Так, ну, играет, играет, зачетно. Так, как у нас он? Он, получается, завис, завис, завис и не тонет, суспендер. Чуть-чуть, оп, завис, все, встал на месте. Ну, чечечка. Здесь текуха. Вот. С поводочком висит на месте. Чисто такой классный суспендер. Перегрузик, конечно, чувствуется, 16 грамм. Не хочу я таким прутиком ловить. Дергает? Нет, он дергает, все, он нормально воблер протаскивает. Но я люблю, чтобы было все гармонично. Я люблю, чтобы гармония была. Вес приманочки, палочка, шнурок. Так, ну отлично. Ну что, ребят, что сказать вам? Новым приобретением я, конечно, доволен. Вот, ну заглубляется хорошо саламандра. Заглубляется хорошо. Заглубляется он. Тут написано 0,8-1,2. Да, но вот на 1,2 тут заглубился уже однозначно. Но шнурок тонкий. Если бы мне будет 1,2 или полторашечка, то, скорее всего, будет поменьше глубиться. Ну все, в общем, смотрите, вот, вот комплектик мой. Новенький, новиночки мои. Вот ребро в прошлом году я обрыбил. Хариусы обрыблены. Сейчас еще идут у меня хариусы в другом цвете. Потом что идет? Саламандра идет, да? И что-то я еще выписал. Выписал я что-то еще, не помню. Что-то я еще выписал. Вот посылочка уже в дороге идет. Вот. Ну,
еще маленько докомплектовать, и хороший комплект. Хороший комплект, бюджетный, но очень качественный и классный комплект. Вот, ну а сейчас я попробую блесенки покидать. Вот эта блесна советская. Советская блесна. Поехал к родителям, когда продавал их квартиру. Нашел у бати. Батя у него рубак старый. Вот такую блесеночку нашел. Советская блесна. Интересно мне, как она будет работать. Вот, ну и все, мужики. Пока все. Сейчас просто покидаю другие приманки, чтобы душу отвести. Вот. Серебряный ручей. Хорошие приманочки, хорошие воблерочки. Очень качественные крючочки. Отличная фурнитурка, песня. Так что так, сегодня я вырвался не зря. Запас радости я получил, чтобы можно было ехать с водоема домой в хорошем настроении. Примерно так. Ну все, всем фарту на водоемах. До встречи, парни.